нужно здесь переложить электрические кабели, подключение водопровода, канализационный коллектор, часть идет по восстановлению, часть новое строительство. То есть комплекс работ очень серьезный и такой трудоемкий. Идем с опережением графика, но так как у нас летний период очень короткий, хотим вовремя, в сроки, а может быть и раньше, закончить реконструкцию улицы Попова. Я думаю, что этот месяц, который нам дается, мы успеем выполнить все необходимые работы, чтобы перепустить это движение, нанести временную разметку. Со своей стороны хотелось бы принести извинения за неудобства жителям города. Будем стараться вовремя выполнить работы по данному перекрытому участку.